пошел, ну типа вот так смотришь две стороны. Окей, у тебя плюс спринты есть. Все. Вот эти позиции вы запомнили. Сацуна, типа, тоже, если что, короче, так же, типа, как и Рога. Я смотришь. Теперь смотрите, типа, вот эти позиции вы запомнили, вот эти две, вы в этих позициях вы играете две фазы, то бишь получается Аркана и Аннигилятора, типа. Вот, вот эти две, вы стоите вот в этих местах. И что будет происходить, напоминаю, смотрите, то бишь это ваша зона, типа, где вы находитесь. То бишь, она разделена, типа, на каждого игрока по секциям, условно. Будут появляться руны такие на полу голубенькие, короче. Ваша задача зайти по одному туда человеку. Два человека вы туда никогда не заходите, то бишь, соответственно. Если у нас есть силы, приоритетом силы не заходят руны, типа. Если, короче, силы, типа, сейвят, типа, то бишь, ну, смотрите, тоже адекватно, типа, не ждите, чтобы кто-то, блядь, заходит за вас. Всегда идите тоже вместе с ними. Ну, если вы зашли вдвоем и там присутствует сил, всегда выходит сил. ДДшник никогда с руны не выходит, блядь. Запомнили, блядь. Также, короче, смотрите, если в милизоне у нас, получается, прокнуло там трусы, моделируем ситуацию тоже, типа, там, зашел Хокин и, условно, зашел Сацуна, типа. Сацуны, либо Хокер, типа, ты озвучь, типа, кто останется. Вот там условно, если там у Хокера есть кош, он там остался, ты прожал кош, типа. И либо Сацуны сказал, я останусь, там щиток на себя накинул, типа. Помогайте силам, короче, как можете, типа. Обязательно. Вкусно. Типа, нихуя не понял, короче, касаемо, чё ты про что Чернобыль спрашиваешь, вот честно, нихуя не понял. Каким уроном вот руны бьют? А вот я Аркан Чарку выбил, я её чарю на запы. Ну, у меня Чарки тоже Аркановские все, да, хуя есть. Теперь дальше, смотрите, будет у нас выходить еще второй босс, это Аннигилятор. Это один из сложных, короче, фугарейдов босс. Ну, типа фаза, скажем так. Что будет происходить? Появляется босс, он будет вешать на вас проводник. Типа, ваша задача, это касается миликов. Где зона стоит, а никого проводник трогать не будет. Вы стоите, спокойно бьете. Это касается только миликов. То бишь, если на милика бросается проводник, ваша задача убежать либо вправо, либо влево, 100%. Также будет появляться рядом с боссом сфера такая темная. Эту сферу вы убиваете, когда вы добиваете эту сферу, то бишь, любой игрок, который добивает эту сферу, то бишь, соответственно, кто в себе вообще не уверен, блять, вообще боится, что запорит, лучше не добивайте сферу. Соответственно, лок, там, не знаю, кто, типа, не дотайте ее, просто, типа, туннельным уроном хуярите ее. В первую сферу сдаете бурсты 100%, потому что первая сфера самая у нас важная, типа, получается. Вторая сфера уже там спокойно можете заклеивать ее. Ну, типа, не заклеивайте, а залейте. Напоминаю, вы убиваете сферу. На вас вешается такой баф, как он называется, нестабильная энергия, вот, у вас появляется иконка. Если у вас изменен интерфейс какими-то другими, короче, непонятными, там, не бартендером, UI еще отобразит, а какой-то другой может не отобразить, то бишь, у вас не, может не появиться кнопка, но DBM покажет, что на вас есть дебаф. Ваша задача добавить макрос себе такой на панель, на всякий случай, если кнопка не прожимается, он линкует, еще дискорде скинули. Чтобы у вас не пропал этот макрос, соответственно, вы вставите на панель, блядь, релогаетесь после этого. Потому что зачастую бывали такие у нас моменты, что макрос просто пропадал с панели. И такое же даже было у меня. Кстати, надо вот тут себе тоже достать на панель макрос. Это просто когда ты, ну, стал и меняешь спек. Может быть, просто на один поставил, не, 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 нет. Нет. Он именно слетал, у меня было такое. Один раз, но было такое. Короче, макрос поставьте, делайте, типа, пропишите правильно. Тут сапроты пьют все, соответственно. Я спекаю сову, пиноколаду танчить. И будет еще третий моб, он самый простой считается. Этот, короче, кислоты, блядь, ПО вот это стоит. Его ДК у нас будет водить просто по кругу, мы сейчас экспериментировать не будем, то проедет, чтобы времени тратить, типа. Здесь варик просто его бить на месте, я знаю, как его бить, просто ставишь и там набираем ренжу, типа, и можно бить миликом и всем бить. Типа, если он будет ластовый, смотрите, такая ситуация, если это будет ластовым босс, получается, кислотный, так мы эту хуйню проверим. Если он будет вторым, мы проверять это не будем. Запомнили, короче. ДК, пиноколада танчила тут вообще это все равно? Да. Окей, все. А вот здесь соответственно, знаешь, что зеленка сбрасывает у тебя стаки, да? Все понимаешь, да? Это все, только окей, значит, когда Гера будет на первом или под первого этого шара.
Не-не, я работаю сейчас прям на Арканина. Аннигилятор, типа, на аннигилятор достаточно просто, чтобы люди сдали брусы в шар и все, и на этом точка. Ну да. Аркан просто очень сильно уешит, чтобы люди не тупили, не падали. Так, ставлю рыбу, кого-то сон. Ну, брусы же не успеют откатиться, значит, сейчас под Гера без брусов бьем. То вы что думаете? Ну, ты хуй его, значит. 20 лямов. Так там меньше, это на всех 20 лямов. 33%, 30% каждый фан. 30% точно. 33, я верно же говорю, правильно? 33. Не, ну вы, наверное... я бурсту сдам, а фласку на эту припод. Ну, короче, главное, чтобы вас хватило дома залить первую сферу, чтобы он не... Да короче, и смотрите, напомню, еще раз. Добиваете, если вы добиваете сферу, до вас вешивается нестабильная энергия. С помощью нестабильной энергии вы можете сбить только один каст. И надо сбить именно каст аннигиляции, он чуть-чуть долго так кастуется. То бишь, именно его надо сбить. Не паникуйте, ничего не надо. Если вы добили, сказали, что на вас нестабильная энергия, и то бишь, и типа просто озвучили, что на вас нестабильная энергия, не жмите кнопку. Именно надо сбить каст аннигиляции. Если не сбиваем каст аннигиляции, это вайп. Маленький нюанс. Маленький нюанс. Первая сфера, как только падает, сразу же надо будет сбивать практически. Поэтому постарайтесь, я сама... кто да. умеет сбивать, именно добить. Потому что первый каст, он самый важный. Ой, зебать. Как это я люблю танчик. Это что, сова? Есть? А, у меня есть. Я похуй видел эту манку. Под драконьим разумом. Вот какой драконий разум, долбоёб, сопрот. Сопрот. Я балую. Андрюх. Что? Ты собьёшь каст? И я собью. Если не требует дебаф. Я, типа? Да. Ну если я, блядь, не собью, так я вообще конченый должен быть. Ну все, значит, звездопад можешь юзать. Ребят, я извиняюсь, вопрос такой. Тут так же, как работает, да? Нужно два раза макс прожимать, чтобы выделил босса и сбил каст. Ну да. Лучше, да, лучше тыкайте, типа. Ну а тебе фок ты сил. Дайте, пожалуйста, прот. Иди. Не, ну информация полезная, да, типа. Дайте супрот. Что-то ты лагаешь, я тебе дать не могу. О, не могу да, уже дали. Ну что, давайте его убьем. Что, погнали, ебаный рот? На это, на кислотного тотема сил природы, да? Да, погоди. Да. Поставлю здесь на очищение, да, поставлю? Нет. Как нет? Аркан не бьет очищение. Смотрите, сразу можно. Короче... Ладно, все, остальное по ситуации. Все рассказал, все поняли. Кто что-то не понял? Не, проклять стихи не надо. Костя, здесь еще можешь вешать, спокойно нахуй. СС кому? СС? Как ты первый нас, Аркан. Дай, я понял. Давайте. Я бумагу дал, 22 к хп. Давай СС, наверное, слышь. Давай, СС, бля, кто вообще принес по ХП мало вообще? Я. Мак, ДЦ? Мак, тресня вообще. Я полный вообще. Дайте причем, как ты мой чистый доспех, один я вообще не якой. ДЦшнику, да, СС? Когда в нем? На ХП еще крикни, вар. Не надо, но сапа не будет. Можно беса позвать. У нас один кулак, можно беса позвать, да. Ну, там, а там облюдок. А че? Бес дает ХП. Не-не, я думал, что он типа без беса. Все, занимайтесь этой позиции полностью все касаемые вот этой, типа, то бишь, фаза аркана, блядь. Вот аркан, блядь. Потом аннигилятор и трусы, нахуй. Все. Танк у нас по наколаду. Считаю хилов, потом, короче, хилов, потом тряпок, и все, и погнали. Я под руны крикну на ап. Ой, на ХП. Бурси все равно когда? А? Бурстить все равно, когда я отходил просто. Ну, Гера сейчас будет. Ты можешь бурстить, типа, стоп, когда хочешь, типа. А я когда? На сферу. А ты бурсти, когда сфера появится. Окей, на... все. Ну все тогда, поехали, короче. Дэвид Эвенпул и полетели. А не паникуйте, все, это ничего сложного нет. Ну,
Что-то забыли. Веру, да, ну ладно, похуй, не давай. Он уже дал. Что, я же сказал, не забыть распула, блядь. Я дал распула, блядь, это держка у вас. Приготовьте, сейчас будут руны. Дубом, кстати, не работает. Мне тоже. Я закрыл ближе, так, ближе закрыл. Я прям с его руном, заебись. Ага, а что это? Это я, наверное, рано выбежал, да? Да, я тоже рано выбежал. Да. Чеш, там же два хлопка. Вы шо, блядь? Хлопнул щит. Вы шо, пацаны, нахуй? Здесь. Рагули, нахуй. Нормально. Первый троекон идет. Стоп, слева. Слева, сверху-то не стоял никто. Прямо напротив. Либо с отцона забежал и вышел с ней сразу же. Но если все умерли, значит взорвалось больше, чем две лужи. Ну я скажу, я живок нажал, да, я вышел. Бля, я у вас... Так. Короче, смотрите. А еще такой вопрос. Нужно стоять до того, как пропадет руна? Или... Тик-тик-тик. Она взрывает, там... урон тебе проходит и пропадает. И тогда идешь обратно. Ну смотри, она взрывается. Вот сейчас был пердок, у босса щит взорвался. Я с него, ну, запутался. Там просто хлопнет у тебя на пол хп и больше, короче. И после этого руна начнет исчезать там через 2-3 секунды. Ну, блядь, это вот бедно очень. Нужно стоять, и уже можно бежать. Но мы... Там урон пройдет, и руна пропадает. Все, руна пропала, идешь обратно бить, все. И когда уже это прочувствуешь, поймешь, как бегать, типа, тут нехуй чего рассказывать. Мы за тобой уезжаем. Вот, типа, вот просто заходишь, въебал, увидел, там, блядь, прям хп у тебя останется 10%, она въебет. У меня ДПМ не работает, вот что проблема. У меня только... Не, на первый не работал, сейчас заработал. Ну да, да, такая же херня, я первую руну прям сложно было. Ты ставлю. Честно, ромбик ты такой же дальний. А, короче, первый нет. Босс, руны. Все, блядь, нихуя нету. Первый босс, руны. Если второй аннигилятор, серый, блядь, сбить каз. Третий босс, манекен, все, это весь босс. Я не знаю, как еще проще вам объяснить. А просто обосрались, то рано выбежали, все. Да, да, я ничего не говорю, типа... Охуй. Нормально, забафались, давайте, лапа, критобаф. А лапы нету, есть жив, есть? Ну, 20 минут жив. Я могу джив спасать, что-то ставить. Лети, Долоран, лети. Сейчас джиз будет. Джиз, чинимся, закупаемся регами. Там время полуза не проебалось. У тебя дикий шипалис, да, Андрюх? Там еще где-то 20 минут на луч. Еще 22 минуты. Лут после малыша. Лут после малыша, да? Окей. Все, я накупил, бафу 100 хватит. Так, я тоже накупил баф на креста, пала и друида, чтобы если что. Все, занимайте свои места, пожалуйста, короче. Да подожди, я завис. А, все нормально. Сопрот опять, ребят, сопрот все выпьем. А сколько времени пошло после РТ, блядь? У меня ребута не будет? 2.5. А, нихуя себе, ну ладно, ебаш. Если я вылечу, короче, вы знаете, как Орели, ничего да. Да, конечно. Тут, блядь, каждый второй Орел, нахуй, как я. Все нормально, ну ладно, стой на луже и все. Все, даю пул. Еру, Жень, с пула, только босса поставит сразу Еру. Да. Там КД, наверное, еще. Там еще минута КД. Минута до Геры, ладно. Ребята. Ну все, все, все. Проебался один хуй ты. Я нет. Ну, ты, если что, всегда босс отворачивай ворота туда. Вот, смотри. Не-не-не, наоборот, вот так. А, да? А что? Я чё не помню. Чтобы нам близко бегать было. А, окей, всё, извините. Я ближний стал, отойди от меня. Вот всё, стойте, как выжарите, ну ладно. Всё, ты уже въебал. Там шарик, аркан босс, короче, из руны вылетает, после него можно отбегать. Всё, это весь босс, блядь, ну первая фаза, типа, больше никто не будет. Я могу ближнюю руну под файнтом просто ловить, чтобы хилов не сейчас по руну дам массу. Кидай колокольчик, пожалуйста, танка. Самую дальнюю забираю. Руны. Я забрали.
Танком тут, типа, пока рун не забирай, потому что может это, ёбнуть. Если зеленку будешь давать, можешь забирать. Снупей. Руны. Сейчас будет фаза при этом. Я за руну, руну. Я на это стал. Я на это стал. Если, блядь, ХП было бы у Андрея. А у меня, знаешь. Я раз его отдал, собрал. Я у холода одно ХП был, блядь. Охуеть. Приготовились. Ну, это последний, походу, все занимается. Да. 3%. Дальнюю, дальнюю. Дальнюю закрою, блядь. Сука, не добежал. Но я на ней умер. Там кто-то руна не подобежал. Я не буду. Влад, это твоя руна. Моя. Передо мной было перед лицом, я, короче... Ты закрываешь всегда дальним, не ебёт, а всегда дальним. Согласен, не увидел, проебался. Руны появились, ты сразу повернулся на 180 градусов, блинканулся туда и ищешь руны. Короче, я вам скажу один момент, просто добавлю. Этот босс, если один проебывается, все, грубо говоря, и чего аннигиляция, чего вот эта фаза. Да не, аннигиляция попроще, мне кажется. Не, аннигиляция главное умеющему убить с первую сферу, а дальше... А, еще на аннигиляцию будет дебаф, его надо вынести от трейда. Ну, проводник это... Проводник. Я уже озвучивал. Ну, я не слышал. Ну, сейчас Гера как раз будет нормально. Ну все, прицелочные нормально, забафались и вломили без лишнего. Ну, похуй, у меня уже баф есть, мне поебать. У меня тоже есть, кстати, на всех, если что, могу дать. А у вас ДБМ? Что за ДБМ? Я просто не вижу, у меня не все озвучивается. Адмираловский. Сирус и ДБМ. А это новый типа адмиралский или старый? У меня еще секс 3, который... Я скажу честно тебе, я был лучший пользователь, который у меня был старый, я его просто найти не мог. У меня был лучший. У меня 545 типа... версия. Адмираловский, но более старый. Давай посмотреть. Смешанная... Она видит на ДБМ справа икону. 5.45. 5.52. Она не смешанная, короче, была с этим, блядь, с Урдой ХМ, типа. Вот когда смешали с Урдой ХМ, он какой-то стал ебанутый, этот ДБМ, не везде адекватно работает. Кто-то сагрил моба, да? А чё он отвертится? Я имею в виду Урду ХМ, который добавил вот этот диспосит, или как вот они... У меня 5.45, который на экстрим мы поставили. Можно на гитхабе посмотреть, там может быть старая версия. Да вот именно да, он перезалил, да, именно вот это переделал. Ему этот адмирал дал права, и он перезалил, сделал, типа, короче, сюда с ульдой это 290. И после вот этого ульдой 290 уже не везде корректно работает этот и ДБМ. Он работает, типа, но не всегда корректно. Бывает вообще, блядь, не показывает, бывает показывает. Вообще в обычке магики показывает ХМ магика, типа, блядь. Андрюк, сейчас я тебе скажу, что вот этот ДБМ, который на X3 был, да, вот 5.45, он тут начал по-другому все показывать. Чего-то они поменяли название этих скиллов, что ли, эдишники. Что-то как-то не совпадает. Просто на X4 тут что-то проебано с этими, вообще с таймерами и все. Все по-другому. Это, мне кажется, не с ДБМ, а с самим рейдом проблема. Да, я тоже, я про это говорю, что немного что-то они здесь изменили такое, непонятно. И причем это после последнего вот этого большого обновления, когда они там ядро меняли, один забегал, куда-то докачивалось. Так, слышь, у меня там время на пул хватит, или шмот разрольте с этого первого босса? 16 минут. Ну, разроль. Давай. Меньше 30 минут уже на ролл надо, потому что пул-пул-пул посрали, а потом форум. Помогите. Там форум и все. Давайте, я не буду кричать, просто в рейд смотрите. Да там по факту ДЦшнику кричат, типа, и что там еще? В тяжелой борьбе вырыли. А что, ДЦ не с критом разве берут шмот? Там без разницы. Сейчас главное... стой. Ой, я сейчас на ДЦ, блядь, хосты не могу добрать. На 600 хосты, блядь, просто. Ну, хороший запад, прям очень хороший. Ну, берите, кому-то надо. Так, тринку надо кому-то или я ДК сразу отдаю? ДК давай. ДК? ДК же на танка ролит, вот все. Я не знаю, будет, просто по фану будет, наверное, себе.
Ну, это я на Эрпала заберу. Ботинки Роби, Андрей. Брюх. Андрюха, я... давай. Кнопочку нажми заветно. Че, я... Покажи свою кнопочку. Один кнопка ролл, я не могу понять. Пиши ручками. Пиши ручками. Я не через... А у меня есть кнопка ролл по один. У меня тоже есть кнопка, ебать. Давайте быстрее. Ладно. Ну, короче, я Эндрю даю, так понимаю, да? Ну, если Андрюха, он мутит, давай, да, мне давай, если не мутит, то давай ему. Я мутик. Ты мутик, ботинки никому не нужны, сверну на вспек. Да там либо медведь, либо... Да медведя отдавай, не мучай. Чё, давайте... Тапки или чё, нахуй, Пикалич? Я, конечно, кожу ношу, ебать. Так, давайте вот это вот дальше, я потом разролю еще полтора часа. Давай, давай. Все, короче, пошли. Сейчас, подождите, я поем. Бля, какие у меня, ебать, сосны, да? Пойду. Ты у меня плащ пиздил, жены их два. Я урод спиздил плащ, шучу. Он у меня пиздил. 297 плащ, что он, блядь, там вымел тогда? Это я! Смотри, Евдекир вообще шмот давать опасное дело, он его кому-нибудь передаст. Лапка. Никогда. Топор, ладно, где? Все готовы, короче, выдохнули, лапа. Все, собрались с мыслями, запомнили, лапа, первый босс, лапа, метка, лапа. Блядь. Первый босс меткой, блядь, второй рандомный, нахуй. Да пусть по ходу пьесы определимся. Я располонец бы. Еще раз чек на пул, блядь, долго мы пулим, пиздец, надо уже пул в 10 было сделать. Конечно. Да вы пиздите много, честно. Ну так молодцы. Сань, не плоди, Сань, не плоди. Не, но немного еще пиздят. Я был в рейде, где по 15 минут объясняли, что делать. Ну, блядь, бывает. Гера, там что надо это все, да? Да, Жень, было, красавчик, да, Жень, Жень. Жень, давай Геру, Жень, давай, после первых рун даже. Дал. Приеду, да. Дал. Да, блядь, ну ёбаный в рот, Жеша. Я не пьяный уже сидит. Да, не там пизда. Смотрим. Подрали хорошо. Чпок, все, летим. Я говорю, там, блядь, видно, там хп там. А вторая руна дам массейв. Вторая руна, которая ближе к боссу будет, я заберу на роге. Руны приготовились. Забираю эту. Женя, руну, руну, Женя, руну! Что-то он долго взрыв. Нет? Нормально. Еще одну руну, и мы будем следующего босса щупать. Как мы любим взрывать этот щит, а? Руны смотрим. Заберу руну, заберу. Чпок. Бочка просил. Что? Ты в таких моментах щит маны себе вешаешь еще. Еще одна будет хорош, руна, конечно. И после этого босс. Следующий. Приготовились. Заберу. Ближайшь ко мне, давай, дам. Двое упало. Чернобыль упал, бочек упал. Надо переводить, переводим. Кислота, води по кругу, в центре не держи. Води, мы тебя луну стали водить. Блять, все равно. Роба не бей. Роба не бей. Короче. Тотемы сыпают. Диспель, Сань, бросай джагу и диспель. Сбафайте бойчика сразу же. Женя, ты по мане нормально, да? Да. Окей. Я тогда бойчику знаю. Хильте. Танк-то. Жень, поставь тотем сил природы, намного легче. Нет, смотри, ты когда только лужу прокнул от воде. РДДш бьют, и да? Стаки, и стаки снимай, каждые 4 стака снимай, типа, ну зеленку по КД жми, короче. Кто умеет бить, только бейте, кто не умеет, то, блядь, вообще не подходить нахуй. Чтобы лужи не было в миллизоне, ой, в РД-зоне. А, если что, помогай диспалить, джай, диспалить. Сосуны, бегай, правосудие просто кидай и все. Я кидаю. Ты лучше стоишь.
И верту, и это, и бурю просто крути рядом. Я не хочу, я хочу босса убить, я не хочу рисковать. Нет, ты если будешь стоять и не бить автоатакой, я не могу не бить автоатакой. А если будешь просто рядом бурю крутить на РНЖ, и все, он надеется. Еще диспелли. А, тогда да. Ты понял? Ты понял, какая охуенная сова, пиздец, просто? От слова совсем, ебашу ты понял. Так, а сколько там у мага до бурста осталось, я, чтобы я его напугал? Желтый Джага, бей. Нахуя. Желтый бесполезный там уровень. 30% перевод босс будет. Ну, вот танка подхилит. А ману она тебя так и так восстанавливает. Скажешь, когда будет 40 секунд? До этого. Мощь. Ага. Тут хилы ману экономится максимум. А я же даю эту в исполнение или нет? Что мне надо сделать, чтобы в исполнение? Правосудие просто давайте все. Я говорил, подходи, бьешь правосудие сюда. Не, ну это я делал, просто у меня бафа нету. Ну как день правосудие? А, ну у меня их просто много бафов. Не лазит, походу. А БР-ать не надо, Чернобыль? Далеко. Далеко водишь. СПС. Женя. Чего? Я как это запрыгнулся? Да ты просто задыхаться начал, но там танк умирал. Я тоже. Твоя конфетка на танке сказалась. Невкусный, не ешьте конфеты с лимоном, блядь, но сдохнуть можно. Иди за здоровье. Еще 10%. Знаешь, когда танк пробивает, Саша, я в это время не спойлю, блядь, в вашу пати. Закидывай Иннер в Женю. Да. Женя, снизу диспель, я сверху диспель включу. Сверху тотем должен стоять, очищение. Тотем очищение на одну пати, там 4 человека. А нижнюю пати тут смотрите все. Собственно, где ДПС? Саш, можешь его нахуй послать, я не разрешаю. Стоит, ЛПшки кидает. И ветер. А койлы? А койлы? Не, койлы у меня баганы. Не могу вытащить. На панели нет царя. Хреново ты РТД. Ой, я тоже могу за РТД шить. Тихо. Носик, посмотри. Андрей, это по диспелю, мне маны не восстановить. Что-то тем надо? А, я же могу эту клятву нажать. Это диспель. Это ее пока ты можешь. Но она от хил срезается, я танк хилю. Петь, скоро лап кончится. Он так помогает. Блядь, это нужно. Пазы пиздец просто. Не, когда я палку. А потому что двое бьет, Андрюк, просто два человека бьет. Ну я понимаю, все. Петя может стрелять, бегать. На стоп ДПС. У меня пулик нет. Петя, ты все купил, да, кроме пулик, да? Ну, я бы метательное хотел с собой. Не надо были заряд. А что там по процентам? 38, еще 4. 1% и будет перефаза. Так нет, 33% вроде, нет? Да. Не, мне надо стрелок иметь. Короче, все, бурсты не тратьте сейчас. Сейчас будет перефаза. Готовьтесь, перефаза. В стороне его оставь, в центре не выводи, в стороне его оставь, чтобы он... Утаскивай его подальше. Чуть-чуть подальше уведи. А, 33% по идее, еще 4%, да? Да. Нормально, как раз лужа исчезла. Далеко. Просто видно, ну, нормально, я достаю его. Главное, чтобы лужа не была в мелизоне. Главное, чтобы у танка зоны и лужи не было у него. Остальное мне похуй на все. Дело, чтобы тебя там лучше. Сейчас фаза будет, уводи его нахуй. Все, готовься на следующий раз. Волкали фаза. Следим за проводником дебафа. Центр ставил.
Все по местам стали быстрее. Поближе к луне. По местам стали, хули стоишь со мной? Кто там рядом с мной стоит, ушел? Перк. Перу. Суцун выбежал. Эндрю, здесь еще хаз хорошо сбил. Еще сфера. Я всегда по сферам уже. Бойчик, хорошо. Бей. Просто бей. Эндрю, не тебе. Уфол. Кикнул, все нормально. Сава! Бать, ты как? Пить билет подешевели в Москву. Тихо-тихо. Дальнего Востока. Бля, отойди от меня. Сферу убей. У меня есть чем сбить, скажете, если что. Вторую не сбиваю. У тебя есть? У меня есть, скажете, когда. Сбивай. У меня есть. По боссу бейте. Андрюха собьет. Рог выбежал, кош выбежал, не знаю. Как погода у кого это? Как жизнь? Уроки есть, если что. Нормально сидеть. Хорошо. Я собью рог. Как сам, как себя. Скажите, когда роги сбить, чтобы я типа не проебался. Андрюха, сбивай. Я сбиваю. Хорошо. Я сбиваю. О, у меня макрос пропал. Все, сбивайте нахуй. На мне проводник был, да, шоу. Все, одну добейте. Хорошо. О, смотри. Я собью. Если не собью, кто-нибудь другой собьет. Если... Рога, я сбивал, нет? Сделай, сам сбивай, сбил, все хорошо. Сбил. Я следующий собью. Да, окей. Я проводник нашел. Проводник на уполне. Просто босса бейте, здорово сбивай. Макрос пропал. По центру. Нет. По центру уже кнопка у тебя должна была появиться. Не, у меня нету кнопки. У меня макрос пропал. Пипец. Я вам говорил, делайте макрос, делайте релог. Фиксируйте. Я релогался. Ну пипец, ребят. Так, Андрей, у тебя же была. Так а зачем макрос? Там же кнопка посредине экрана появляется. Она может не появляться. Не, у меня кнопки не было. Не у всех она появляется, короче. Короче, все, давайте все сферы бить, чтобы на всех были, потому что у одного макрос пропал, у другой просто... Кстати, у меня тоже пропал, но я кикнул. А я по ГД с проводником бегал. Проводник тоже там же радиус. Какого хуя вообще пропал, бля? У меня он удалился с макросов общих. Не, у меня не удалился. Я говорю, тут есть вот такая хуйня с макросом проблема. Просто... Пожадничали. Там сверка буквально, я бил, 20% осталось. А ты создай их штуку 5. Не, ну просто, знаешь, вот скажу честно, я Рога так был уверен в себе, и я был так уверен в нем. Я вот просто ничего не говорил. У меня все косты предыдущие, макрос висел, типа, я видел, типа, что он есть. И только я деталь выбрал, он исчез, ну бля. У меня макрос пропал после того, как мы вайпнулись. Макрос еще есть, можно без макроса появляется. Над добилками твоими появляется еще окошко такое, можно там нажимать. У меня нету. Может какой-то аддон мешает, там какой-то. Элфуи, он зазвучил. Ну так его удали нахуй и все. Удали, это весь интерфейс нахуй. Так а нахуй нужен, блять. Обычный интерфейс нормальный и так. Не, Сосон. Я с тобой не соглашусь. А что это за интерфейс? Чем он там отличается? Типа нет, смотри, короче. Скрин сделать. UI типа меняет полностью весь интерфейс. Типа он делает приятный глазу, все, типа, ну к нему надо привыкнуть. У меня типа, короче, собран свой интерфейс, типа, из кусков аддона, типа. Я его никогда не поменяю, потому что если сейчас вернуть мне интерфейс, мне глаза скажут, ты ебанутый, пошел ты нахуй. Я нихуя видеть вообще просто не было слова совсем, блять. Типа информативности от типа UI там или подобных аддонов очень много. И без этого играть на сервисе практически невозможно. Но если, конечно, ты какой-то там, блядь, ДДшник в три кнопки и тебе все озвучивает каждый раз, то, конечно, ты можешь играть и стандартный интерфейс.
Нет, там еще один шаг, который я бил. А когда ты исполняешь кучу задач, типа, по стандартным интерфейсом, либо ты отслеживаешь, либо вот ты осетишь, как там на AirPal'е, допустим. Моб сагрился сзади. Атарится. Не атарится, он Женю херачит. Сука. Да похуй, пускай вздыхает, мы сумнем, блядь. Так, блок тут. Блок тут. Да, сонем. Он на хахае. А, Чернобыль, смотри, сейчас будем бить опять на биош с этим щитом на отсил на себя. Нас ДПС хватит, главное, чтобы ты выжил, блядь. Потом кто там еще умирает? Бойчик, блядь. Есть что одеть на стамину? Нет, Андрюх. Чего я одену? Ключ? А кто здесь? О, у тебя нету? Лок сдох, да? Нет. Компаса нету? Нету. Триня ПВПшная, 213, которая ХП добавляет, когда мало. Если рейтинг есть. Там 10 рейтинга надо. Ну я так красиво, конечно, придумал, бля. В смысле, оперу так и бьют с этой трени? Ты шкафани, давай суманем, там бегут же. Бля, ребят, сорян, ну короче, это пиздец. Грустно. Чё? За вайп? Ты уходишь или чё? Не-не-не, за вайп. Цепляйте. А, да похую вообще, поебать, сейчас убьем. Доставь этот шкаф. Был бы это шестой-седьмой трай, Андрей бы так не говорил. Не, понимаешь, я тебе скажу честно, почему я так говорю. Я сейчас уверен, что времени у нас достаточно. Я всегда спешу, когда там Саня, блядь, или еще у кого там, блядь, всегда времени, блядь, 20 минут. В этом панте, да, я все занял. Кстати. Там опять моб загрелся, что ли? Не, у меня тоже он сейчас пропал, хотя да, на X3 тоже не пропадал. Но там ну, было... Просто меньше... Санёк, ну ты что-то ворвался. Дай а если типа через чат написать макрос, типа через... Можно. Смотрите, короче, маленький лайфхак. Вот смотрите, короче, я не знаю, что вы типа просто возьмите, сделайте все. Это никого не затрудит. Если макрос пропадает, просто возьмите, скопируйте вот этот, блядь, каст и нестабильная энергия. Да, да, да. Просто скопируйте и в чат вставьте потом, и кого нету. И все. Типа Ctrl-V, блядь, Enter. Можно просто Enter. Только пробел уберите обязательно. Все, ребят, давайте начинать. Вот, я хотел сказать, что у вас очень много времени уходит на разборы всякие непонятные. Сбили бы давно другого. Так мы пока за сумму не вели, пока похавали. Ну, это ж не просто так пиздим. Скиби тут, Жень. Чернобыль на фул поднимите, что он без хп стоит. СС КД у тебя? А, все, окей, вижу. Жень, погоди, рыба была, все остальное было, что вы тут... Жень, сопротив не выпил. Так была рыба, он стоит рыба возле шкафа. Рыба возле шкафа хавайте, у кого нет рыбы, быстрее. У Фолга нет рыбы, нихуя себе план, бля, поставь рыбу, сам не понял. То, что на мне сейчас. Смотрите, Жень, сейчас... мы как всегда, два отбитых, блядь, пацана, как всегда. Смотрите, сейчас последовательность второго, третьего металя могут поменяться, так что смотрите за именем. Так, все, все готовы, да я думаю, пул полетели. Потом... Женя, с пула еду только. Почитай, что алхимик дает. Понял. Я не знал, что алхимик. Бля. Жень, Геру, давай. Дебаная сова, нихуя не прокает вообще ни одного каста, блядь. Заработал. На дальний уже сдвинулись. Милиция. Все, все забрали, хорошо. Спросил рейда. От второй руны дам сайт. Хорошо. Сейчас будут руны, приготовились. Дальние побивали. Три здесь. Рога. Здесь до 4 штук может быть, поэтому всегда смотрите.
Сейчас Тева не будет свои еще давать, помогайте. Я закрою порт перед боссом. Женя, Женя, руна, Женя, Женя. Сразу забафайте, Женя. Женя, ты под сопротом? Да, он да. Не на фулл хп. Я закрою перед Женей. Руны. Женю закройте, Женю закройте. Я закрою. Короче, вот висела, хорошо. Чё, бля, помните, ебаш? Хули, бля, босс помимо ебаш стоит? 1%. Да, я просил бочка, бочка просил. Забирай. Центр, все с центра сдвинулись. Луна. Все с центра сдвинулись, а ты водись спокойно. Все, выдыхаете сейчас. Фух. Надо Жене ману зарегенить. Жене ману зарегенить. Надо Жене тотем поставь. У тебя Инор успеет откатиться за 2 минуты. Да гим не панул, короче. Не, ну я про к тому, что чтоб ты, типа, если не в КД, ты там же поставил, все. Бегу на минутку. Макросы проверь. Жень, ты там поставь, пожалуйста, на... А. Чё, 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 вы чё-то отъем, Саша. А, это одинаковые, понял. Сейчас расслабьте булочки, сейчас вот следующая фаза, вот там, короче, это. Тринка острова не срабатывает на этом просе вообще ни разу. Над хилом. В смысле, она же МП регенит. На хила, который тринка не срабатывает. Так она МП регенит, нет? Ну да, но ее нет, я, у меня же есть толмый бэм стоит. Не, у меня работает, не знаю. Ну, типа на ДЦшной. Да. Короче, сейчас сделаем так, может, чтобы... Может, ты что неправильно прописал? Чтоб сейчас у меня лаги какие-то начали. Алло, нахуй. Магика работает, руля точнее работает. Дайте тебя. Ты, сука. Чё там, Андрюк, чё там? Да, сосите, блядь. А ты обычно, ну, типа, гном говоришь, а сейчас, короче, типа, Женя говорил, ты прям на фоне его там что-то пищишь и всё. Ну, подожди, пускай Женя говорит, ты говоришь. Вроде молчали. Я пытался своё слово подогнуть, когда молчить. Я услышал, что Саша сказал, что лаги, короче. И Женя про ты не был. А ты чё там? Сейчас надо попросить делать так, что... Я вот, короче, ему какой говорю. Ай, блядь. Что ты говоришь, типа? Так ну то я что ты, блядь, говорил, я никуда не понял. Говорю, что типа, когда будет аннигиляция, чтобы минимум два разных чела имело с собой дебаф в бой, точнее. Да что ж все имели. Да, ну все, блядь, будет, нахуя флуда. Ну если есть... не. Если короче, не да, я слышу. Я себе на нюка. Я буду, чем, блядь, ну кого нахуй. Мы босса убиваем и так нормально. Мне надо что-то придумать с костами. Я их практически не вижу. Кстати, я намутил хуйни с интерфейсом, блядь. Кстати, я в шарик забыл боссу взять. Я лошара. Андрюх, скажи честно, лапка есть на боссе? Танка пробивает что-то сильно. Волшебный огонь, да, волшебный огонь. Конечно, конечно, конечно. Да нет, 5 минут просто прошло. Он только сейчас появился. Да не, 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 он 4 минуты уже. Ой, блядь. Да я, ну, типа, вот честно, я, бля, буду. Я сегодня поспал, нахуй, 5-3 часа, нахуй. Я сижу такой отбитый, иди вниз просто. У меня такая же хуйня. 4%. Ты у нас что, с Нового года пришел? Пиздец, какой-то дамаг пиздец. Я вчера, короче, просто опять до ночи сидел, смотрел, блядь, фильм никуда не помню. Пэта, забери пэта, убери пэта, убери, убери пэта, он стакает и стаки танк передает. А он сейчас нам не передаст? 2%. Нет, нет. Уводи, короче, где-то туда, что. На танке стакается от количества... Танком сидел, и на... Сейчас и на Жень дам. Чтоб лужи тебя там не было вообще нихуя. Не подводи его к нам, не подводи, бля, лови, выводи все, луну его уведи.
По местам встали сразу все, кто где стоит. Поставь в центр, пожалуйста. В центр поставь, сфера появилась, по сфере сырами. Отойдите от меня, ну... Ну как отойти, если здесь сфера? Это же сфера, ну как, ты сам отойди. Хики. Петя, сбей. Убил. Скрипи здесь стоит, хорошо. Поставь его где-то, блядь, в трусы туда, во второго рядышком. На мне проводник добить не могу. Фикри выбежал, просил фикри. А где сфера? Где сфера? Не вижу сферы. Я бью. Я взял. Сосун забрал. Сбил. Сфера сзади него. Убил. Бля. Да он не двигается чуть. Вот туда, короче, поставь в район кристалла, пожалуйста. Добейте сферу, пожалуйста. Да ты остальное место свое. Я добил. Сосун, у тебя есть, ты собьешь, да? Нету у меня. Окей. Я собью, следующую сферу ты добивай. Я подбиваю сферу. Я собью. 40% сферы вот сзади него. А потом ты это. Подбивай. Фигня. Подбивайте сферу. Смотри, есть дверь поднять его. У меня есть. На мне проводники отбивал. У меня есть тоже. Андрюха, сбей. Аннигиляция. Я собью. Все. Я держу до последнего. Ага. Ты следующий бей. Сфера, сбейте 50%. У меня проводник, ухожу. Сейчас 5 сбивает. Собьем. Бочек. Сбейте. Сбил. Бочек, ты сжрал? Ладно. Нет. Все, следующий бач. Все равно сбейте, я думаю, на всякий случай. Я бью. Сейчас еще бью. 17%. Сверху тебя по боссу, давайте. Че меня так бьет? У меня проводник. Проводник на ноги или на доске? Сбейте. У меня есть, бей. Короче, сбить, я не умираю. Я просто... Забивай. Ой, фу, РБК какой-то... Что это? Кто это? Бля, кто меня бьет? Не знаю, но кто-то тебя точно бьет, Саш. Хорош. Поднимите, пожалуйста, вагона. Не поднимите его. Пусть уже лежит, блядь. Убили? Колечко? Ну, блядь, лут такой. Ну, единственный босс, которого... Не, ну, для ДКшки, все там вот эти ноги, это просто огонь. Нет, ну, типа... Ну, типа да, и типа нет. Ну, конца нету, как я и говорил, собственно. Самое положительное во всем этом боссе мы открыли. Вот упала бы палка, было бы охуенно. Вот ну, ты начинаешь сразу. А там кто-то... Еще час до лута. Это, кто стоял с этой штукой?